девочка с камнем. Школа, где училась Аня Мамедова, стояла на самом краю города, расположенного у подножия высоких гор. Аня Мамедова была маленькая, очень маленькая, даже для своих 8 лет, казахская девочка с черными глазами, черными косичками, в которых красная ленточка казалась очень яркой. Ане трудно было учиться, труднее, чем другим детям, так как она плохо говорила по-русски. Но ей хотелось говорить по-русски хорошо и учиться лучше других. Поэтому никто раньше ее не приходил на уроки. Едва только часы, висевшие на стене в учительской, били 8, как на пороге школы раздавался звонкий голосок. «Здравствуй, Мария Ивановна! Вот и я пришел», – так говорила Аня учительница. И какова бы ни была на дворе погода, шел ли дождь, который часто спускался в долину с гор по каменистой дороге, выпал ли на короткое время рыхлый снег по колено, стояла ли такая жара, что даже птицы раскрывали клювы, голос девочки всегда звенел на пороге школы в свое время. «Здравствуй, Мария Ивановна! Вот и он, я, Аня Мамедова». Но однажды утром в долину, по той же дороге, по которой приходили с гор дожди, спустилась на дорогу огромная туча, вся в черных клочьях, страшных завитках, и налетел ураган. Как на цепях раскрепел и закачался над улицей воздух. Сначала испугались птицы и улетели в гнезда, потом забились под дома собаки, согнулись до земли молодые деревья, и посыпались с них зеленые еще пахучие листья. Такой жесткий был ветер. Мария Ивановна поспешила запереть все двери в школе и захлопнуть окна на крючки. Она с тревогой смотрела на свое любимое дерево, росшее неподалеку у крыльца. Это был горный дуб, уже старый, с крупными листьями, крепко сидевшими на своих длинных черенках. Он один не сгибался под бурей. Но и он весь звенел и ронял на землю сучья. А шум его листвы проникал даже сквозь стены в школу, где сейчас, кроме учительницы, не было никого. Учеников Мария Ивановна в тот день не ждала. Улица была пустынна. Лишь какой-то дерзкий мальчик пытался перебежать через нее. Но ветер сбил его с ног и унес неизвестно куда его шапку. Вдруг Мария Ивановна услышала под окном чей-то голос. Она поспешила выйти на крыльцо. Ветер тотчас же обгонял ее за плечи и с силой повернул к стене. Но когда она обернулась, то увидела у крыльца маленькую девочку. Она держала в руках огромный камень. «Вот и я пришел», — сказала девочка. Это была Аня Мамедова. Ветер рвал ее черные косички с яркими ленточками. Но маленькая фигурка стояла прямо и почти не качалась под бурей. «Зачем ты принесла этот тяжелый камень? Брось его скорей!» — крикнула учительница. «Я нарочно взяла его, чтобы ветер меня не унес. Я боялась опоздать в школу, а ветер не спускал. Я долго несла этот камень». «Вот я пришла, Аня Мамедова. Дай скорей руку!» повторила девочка, напрягаясь изо всех сил, чтобы не выпустить своей ноши. Тогда учительница, борясь с ветром, подбежала к Ане Мамедовой и крепко обняла ее. И так, обнявшись, они вдвоем вошли в школу, а камень бережно положили на крыльцо. Ураган еще шумел, но дуб, мимо которого они проходили, заслонив их от ветра, широко раскачиваясь над ними свои могучие ветви, ему тоже понравилась эта девочка, которая принесла с собой тяжелый камень, чтобы, не сгибаясь, крепко стоять под бурей. Он и сам был такой. А Надя даже и не заметила укуса. Тенистый сад был разбит на южном полухолме, и узенькие дорожки поднимались вверх ступеньками, как коричневые лесенки в саду. Пробивался родник. Надя опустилась перед ним на колени, наклонила разгоряченное лицо к его студенными струйками, и они ласкали ее
щеки, глаза, руки, губы. Она жадно пила эту душистую прозрачную воду вместе с розовыми лепестками шиповника, как будто хотела вобрать в себя ту силу жизни, тот покой и отдачу, который был полон сад. Поджав под себя ноги, она сидела на траве у рудника и смотрела, как быстро высыхают золотые капли на ее теле, а слабый ветерок все кружил и кружил вокруг душистым ароматом. И приполнилось ее тихий летний вечер дома, когда однажды они с Маней сидели с маминой спальни на кровати. Маня тонкими худыми пальцами перебирала струны гитары. Ветер играл зеленой занавеской у открытого окна, уходящее солнце заливало комнату зеленым фантастическим светом. Звон вечернего колокола доносился издалека. Девочки сидели и наслаждались вечерней тишиной. Сердца их были спокойны и безмятежны. Так тот тихий вечер ясными глазами смотрели они, когда на уходящее солнце вслушивались вечерние задумчивые звуки. Им ничего не хотелось, или быть может они верили, что весь мир принадлежит им. И оттого так трогательно, так невинны были их молодые лица. Они были тогда счастливы. Мне понравилось произведение фрай-романа «Дикая собака Динго». Сейчас я зачитаю отрывок, который мне понравился больше всего. Там описывается природа и о том, как девочка мечтала. Тонкая леса была спущена в воду под толстый корень, шевелившийся от каждого движения волны. Девочка ловила форель. Она сидела неподвижно на камне, и река облавала ее шумом. Глаза ее были опущены вниз, но взгляд их утомленный блеском, рассеянным повсюду над водой, не был пристальным. Она часто отводила его в сторону и устремляла вдаль, где круглые горы, осененные лесом, стояли над самой рекой. Воздух был еще светел, и небо, стеленное горами, казалось среди них равниной, чуть озаренной закатом. Но не этот воздух, знакомый ей с первых дней жизни, не это небо не привлекали ее сейчас. Широко открытыми глазами следила она за вечно бегущей водой, силясь представить в своем воображении те неизведанные края, куда и откуда бежала река. Ей хотелось увидеть иные страны, иной мир. Например, австралийскую собаку Динго. Потом ей захотелось еще быть пилотом. И при этом немного петь. И она запела. Сначала тихо, потом громче. У нее был голос приятный для слуха, но пусто вокруг. Лишь водная крыса, испуганная звуками ее песни, близко плюснулась возле корня и поплыла к камышам, волоча за собой в нору зеленую. Тростинка была длинная, и крыса трудилась напрасно, не в силах протащить ее сквозь густую речную траву.
Девочка с жалостью посмотрела на крысу и перестала петь. Потом поднялась, вытащив лису из воды. От взмаха ее руки крыса шмыгнула в сторник, а темная в пятнах. Форель, до того неподвижно стоявшая на светлой струе, подпрыгнула и ушла в глубину. Девочка осталась одна. Она взглянула на солнце, которое было уже близко к закату, и клонилась к вершине еловой горы. Хотя было уже поздно, девочка не спешила уйти. Она медленно повернулась на камни и неторопливо зашагала вверх по тропинке, где навстречу ей по пологому склону горы спускался высокий лес. Она вошла в него смело.